Всем доброго времени суток, всем привет! Сегодня мы приготовим соус тартар. У нас майонез 50 грамм, грамм 100 у меня тут йогурта греческого, соль, перчик потребуется, пару огурчиков маринованных, 2 зубчика чесночка, грамм 5-7 зелени укропчика, можно петрушки взять. Отправляю йогурт в майонез, можно сметану взять, можно чисто йогурт взять, можно чисто сметану взять. Очень вкусно получается, когда перемешиваете майонез с кисломолочкой. А теперь натираем сюда чесночок на мелкой терочке. Чеснок отправляем в соус. Натираем огурчик также на мелкой терочке. Можно порезать мелко. Огурчики готовы. Мы их теперь слегка отожмем, вот так вот берем. Достаточно. И вот эту мякоть отправляем в наш соус. Нарежем укропчик. Достаточно. Отправляем все в соус. Теперь поперчим хорошо. Ну, где-то с пол чайной ложки перчика. Ну, там видите по вкусу, конечно. И соли щепоточки. Помешаем и попробуем на вкус. Если что, соли можно добавить. Огурчики у меня в меру соленые, так что соли уже пробуйте, конечно. Соус тартар готов. Рецепт найдете под видео в описании. Также под видео есть ссылочка на наш семейный канал, на Инстаграм, на Яндекс.Дзен. Заходите и подписывайтесь. И подаем на стол. Ну а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем пока-пока.